Привет, YouTube! Сегодня хочу рассказать про свой новый ножик. Это ножик Мьерко Warning. Warning пишется немножко не так, как слышится. Это первыми буквами Warning напоминает нам о том, что лезвие этого ножа называется Warncliffe. Очень приятный ножик. Очень мне нравится, очень хорошо лежит в руке. Красив своей такой особенной, какой-то необычной, нестандартной красотой. Сразу скажу, ножик недорогой, стоил он мне, ну, с учетом акции на сайте магазина, он стоил мне $16 без учета пересылки. Ножик классный. Сталь на этом ноже... Я раньше не сталкивался с такой сталью. 7-хром 17. Вот, рукоятка из Микарты. Но выглядит все это очень благородно. Мне очень нравится. Он выглядит, по-моему, ну, гораздо дороже, скажем так, чем стоит на самом деле. Дизайн этого ножа разработал дизайнер Дирк Пинкертон. Известный прежде всего тем, что делает ножик Лансер, если я не ошибаюсь, он называется. В различных модификациях. Ножик, ну, тоже сам себе не очень дорогой, стоит $200 где-то. Ну и вот Дирк Пинкертон делает еще дизайн для фирмы Мьерко. Обалденный нож. Пришел прям из коробочки, довольно острый. Давайте сейчас попробую еще это порезать тут. Ну, то есть, понимаете, то есть это не... Ну, не супер острый, но что-то он. Ну что ж такое-то, дружочек, давай. Вот. Что-то он режет. Вместе с ножиком идут вот такие вот ножны. Тут есть цепочка, тут есть клипсы, тут есть защелочка такая. Чтобы ножик туда со щелчком встает, он отсюда, ну, не, вроде никак не выпадает. Вот. Еще раз вам покажу его, потому что я испытал огромную радость и огромный энтузиазм по поводу этого ножа. Он, когда мне пришел, мне он очень понравился, поэтому делюсь с вами. Большого количества какого-то обзоров, видео с этим ножом я не видел, поэтому надеюсь, это видео будет вам полезно. Чтобы лучше понять габариты этого ножа, ну, я, во-первых, их озвучу. Длину нож где-то 15 сантиметров. Лезвие у него что-то около 6-7 сантиметров. Вот я просто его демонстрирую рядом с пластиковой картой стандартного размера.